Так, решили мы на 8 марта поехать на природу. Зашли в Ашан посмотреть, что есть для природы и по какой цене. Что прям выбора, конечно, не особо много, но кое-что есть. Тут розжиги есть. Так, что сейчас я вам покажу. Вот, кстати, не по дорогой цене. Древесный мы, конечно, такой не брали, там есть покруче, я вам потом покажу, когда пойдем дальше. Так, шампура всякие. Ну, мы вот ищем себе мангал, чтобы он более-менее был, вот как сказать, такой твердый, не как вот жестянка мягкая, а твердый. Пока что, конечно, такой не нашли. Вот у них цена у этих мангалов 249, вот такой малюсенький, и 311, вот побольше они стоят. Мы, кстати, года два назад покупали в фикс-прайсе изумительный мангал по цене 300 рублей, и он у нас года два, наверное, прослужил. Я не знаю, сколько мы там шашлыков в нем сделали. Но вот здесь как бы выбор небольшой. Видите, сколько лежит. И особо так никто не берет. Так, ну вот пришла я в отдел, где продаются угли. Вот смотрите, уголь брикетированный. Кстати, он очень крутой. Мы постоянно его берем, ему прям надолго хватает. Ой, с птичкой. Он такой в виде вот таких круглых штучек. Ну, этот уголь мы не пробовали брать, древесный тоже. Ну, здесь все для сада, огорода обычно. Давайте я вам покажу немножко, какие есть разные горшочки для цветов. Я здесь обычно ничего не покупаю. Не, вот такие вот мы брали для рассады домой. Вот такие вот симпатичненькие корзиночки. О, а это что такое? Что-то такое няшное, смотрите. Распродажа по 99. Подколенник какой-то. Так. Вот, любителям огорода. Лечки тут. Всякие штучки. Опрыскиватели. О. Смотрите, какая прелесть. Красота, да? Вот такие веночки. Градусники. Не, в Ашане всегда можно что-нибудь купить. Фигурка. Смотрите, какая прелесть. Красивенькая. Так, ну и здесь уже пошли разные удобрения. Подкормки. Ну, что-то уже раскуплено, смотрите. Сейчас начнется дачный сезон у всех. Огурчики разные. Ой, красота. Надо тоже купить, дома высадить укропчик. Что такое вот вкусненькое, которые не требуют огромного ухода. Вот такие вот цены. Вот укропчик, кстати. Маленькие лопаточки. Ну, можно выбрать. Я люблю наш Ашан. Так, здесь идет земля, получается, почва, грунт. Разные вот его цены. Так что, мои хорошие, приходите в Ашан. А я вам покажу, какой все-таки мангал мы выбрали. Вот, выбрали наконец-то мангал стандарт с 6 шампурами. Что за цена у него, интересно? 500. Так. 500, да, 499 цена. Вот, и хотим проверить, как он будет в деле. Ну, такие мангальчики не стали брать, они слишком мягкие.
вот, мои хорошие, пришли на кассу оплачивать мангал, а у него оказалась другая цена, 379,95. Мы аж удивились. Ну, приятно все равно, как-никак, цена ниже. Посмотрим его в деле и все вам расскажем, мои лапочки. Так что следите, когда мы поедем на природу.